Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Rozumienie ze słuchu. Poziom rozszerzony. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 25 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka rosyjskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera Zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania. Zgodnie z poleceniami, w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie czwarte. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Было бы желание помогать, а люди и средства найдутся. За примером далеко ходить не надо. Ради жизни так называется фонд, который призван помогать онкологическим больным. Его деятельность поддерживает большая группа волонтеров, а также пожертвования тысяч людей. Этот фонд возник благодаря специалистам-медикам одной из больниц Петербурга, которые знают проблемы своих пациентов и их родственников. Врачи не подозревали, что созданный ими фонд станет так быстро разрастаться. Один из благотворительных проектов фонда называется «Помогать легко». Он несет идею простой благотворительности. Покупая сувениры или записываясь на мастер-класс в пространстве «Легко-легко», вы помогаете собрать средства на лечение больных раком. Какая мастерская пространство «Легко-легко» вас заинтересует? Может, наука «Легко» Это серия мастер-классов, в рамках которых молодежь узнает о явлениях окружающего мира не со страниц учебника, а в прямом смысле, прикасаясь к разным природным процессам собственными руками. На каждом мастер-классе ребята знакомятся с одним из явлений природы, и на этой основе создают мультфильмы, которые наглядно демонстрируют полученные ими знания. Искусство мультипликации не просто способствует развитию фантазии но и позволяет проникнуть в суть законов природы и своими руками воспроизвести грандиозные процессы кадр за кадром. Сделать мультик нелегко, но у ребят отлично получается. Школы с удовольствием покупают такие мультики. А может, вы посетите библиотеку «Помогать легко»? Она создана совместно с детскими писателями Санкт-Петербурга. Писатели предоставляют фонду право на публикацию их книг. Вся прибыль от продажи перечисляется на покупку лекарств для подопечных фонда «Ради жизни». Чтобы спасти чью-то жизнь, нужно просто купить замечательную книжку. Хотите стать участником творческого мероприятия? Пожалуйста, приходите на мастер-класс «Пора рисовать». Там вы получите возможность рисовать вместе со знаменитыми иллюстраторами, портретистами и пейзажистами. Работы, созданные вами, будут участвовать в благотворительной выставке в пространстве «Легко-легко». Там же будут продаваться открытки с вашими неповторимыми рисунками. Вся прибыль от продажи открыток пойдет на лечение подопечных фонда «Ради жизни». Среди авторов будут разыграны подарки от спонсоров проекта. Это тетради, блокноты, художественные маркеры и многое другое. А совсем недавно появились специальные так называемые помогательные шоколадки с надписью ⁇ Помогать легко ⁇ которые можно приобрести за 100 рублей в торговых центрах Санкт-Петербурга. Часть денег, полученных от продажи каждой такой шоколадки, будет направлена на реабилитацию маленьких пациентов, находящихся под опекой Фонда ради жизни. ⁇ Помогать легко ⁇ а теперь еще и вкусно ⁇ Выслухай тексту до этого задания еще раз. Было бы желание помогать, а люди и средства найдутся. За примером далеко ходить не надо. «Ради жизни» – так называется фонд, который призван помогать онкологическим больным. Его деятельность поддерживает большая группа волонтеров, а также пожертвования тысяч людей. Этот фонд возник благодаря специалистам-медикам одной из больниц Петербурга, которые знают проблемы своих пациентов и их родственников. Врачи не подозревали, что созданный ими фонд станет так быстро разрастаться. Один из благотворительных проектов фонда называется «Помогать легко». Он несет идею простой благотворительности – Покупая сувениры или записываясь на мастер-класс в пространстве легко-легко, вы помогаете собрать средства на лечение больных раком. Какая мастерская пространство легко-легко вас заинтересует? Может наука легко? Это серия мастер-классов, в рамках которых молодежь узнает о явлениях окружающего мира не со страниц учебника, а в прямом смысле, прикасаясь к разным природным процессам собственными руками. На каждом мастер-классе ребята знакомятся с одним из явлений природы, и на этой основе создают мультфильмы, которые наглядно демонстрируют полученные ими знания. Искусство мультипликации не просто способствует развитию фантазии, но и позволяет проникнуть в суть законов природы и своими руками воспроизвести грандиозные процессы кадр за кадром. Сделать мультик нелегко, но у ребят отлично получается. Школы с удовольствием покупают такие мультики. А может, вы посетите библиотеку «Помогать легко»? Она создана совместно с детскими писателями Санкт-Петербурга. Писатели предоставляют фонду право на публикацию их книг. Вся прибыль от продажи перечисляется на покупку лекарств для подопечных фонда «Ради жизни». Чтобы спасти чью-то жизнь, нужно просто купить замечательную книжку. Хотите стать участником творческого мероприятия? Пожалуйста, приходите на мастер-класс «Пора рисовать». Там вы получите возможность рисовать вместе со знаменитыми иллюстраторами, портретистами и пейзажистами. Работы, созданные вами, будут участвовать в благотворительной выставке в пространстве «Легко-легко». Там же будут продаваться открытки с вашими неповторимыми рисунками. Вся прибыль от продажи открыток пойдет на лечение подопечных фонда «Ради жизни». Среди авторов будут разыграны подарки от спонсоров проекта. Это тетради, блокноты, художественные маркеры и многое другое. А совсем недавно появились специальные, так называемые, помогательные шоколадки с надписью «Помогать легко», которые можно приобрести за 100 рублей в торговых центрах Санкт-Петербурга. Часть денег, полученных от продажи каждой такой шоколадки, будет направлена на реабилитацию маленьких пациентов, находящихся под опекой Фонда ради жизни. Помогать легко, а теперь еще и вкусно. Przenieś rozwiązania na kartę, odpowiedzi. Zadanie piąte, przeczytaj uważnie polecenie. I zapoznaj się z treścią zadania 14 апреля на гостеприимном горнолыжном курорте «Снежный» состоялось необыкновенное мероприятие. Послушайте, что о нем рассказывает наш корреспондент. В этот день сумасшествие взяло верх над здравым смыслом. Надо сказать, что по традиции на Руси массовые празднества всегда проходили с размахом и выдумкой. И на этот раз никто не подкачал. Во время праздника 14 апреля было и театрализованное представление с клоунами, и конкурс снежных скульптур народных умельцев, и забавы, и конкурсы, и подвижные игры, и веселые спортивные соревнования. Но, несомненно, гвоздем программы были энтузиасты-любители, которые в самых смешных и изобретательных костюмах съезжали на лыжах или сноубордах со склона горы, заканчивающейся небольшим трамплином. И бассейном с холодной водой. Тому, что показали на горнолыжных трассах отдыхающие, наверняка позавидовали бы даже и профессиональные спортсмены. Так в снежном отмечали проводы зимы. Организаторов и участников встретила плохая погода. Ночью не было мороза, поэтому снег в городке совсем растаял. Он лежал только высоко на склонах гор. Небо было пасмурное, и, как назло, разразился ливень. К счастью, не было ветра, но о солнце нечего было и мечтать. Старт назначили на 9 утра. Несмотря на дождливую погоду, к началу мероприятия в участники записались 124 добровольца и пришло более тысячи зрителей. Они не разбежались даже тогда, когда на старте ливень усилился. К счастью, водопад, обрушившийся с неба, продолжался недолго. Такое огромное количество позитивно настроенных людей благоприятно повлияло на метеоусловия, и в полдень на короткое время появилось солнце. О том, кто получит приготовленные спонсорами призы, дискутировал жюри, состоящий из пяти человек. Его членов выбрали многочисленные курортники, которые пришли наблюдать за соревнованиями и поучаствовать в праздничном гулянии. Каждый прыжок жюри оценивал по шкале от 1 до 6 баллов, а основными критериями оценки служили техника исполнения трюка и общее впечатление. В финал вышли 8 участников. Главным призом соревнований по прыжкам была возможность стать почетным гостем фестиваля летательных аппаратов, который пройдет в российской столице. Жюри также выбрало победителя в конкурсе костюмов. Того, у кого был самый необычный наряд, наградили годичным абонементом в водный комплекс «Нептун». Среди наград были еще сезонные абонементы на горнолыжный курорт «Снежный» и спортивные снаряды. Это был незабываемый день, который надолго запомнится его участникам организаторы уже планируют очередные проводы зимы. Поэтому мы говорим вам до встречи через год на том же месте и в тот же час. Приезжайте, и вы убедитесь в том, как весело и с можно провести последние дни зимы на курорте «Снежный». Выслухай тексту до этого задания еще раз. 14 апреля на гостеприимном горнолыжном курорте «Снежный» состоялось необыкновенное мероприятие. Послушайте, что о нем рассказывает наш корреспондент. В этот день сумасшествие взяло верх над здравым смыслом. Надо сказать, что по традиции на Руси массовые празднества всегда проходили с размахом и выдумкой. И на этот раз никто не подкачал. Во время праздника 14 апреля было и театрализованное представление с клоунами, и конкурс снежных скульптур народных умельцев, и забавы, и конкурсы, и подвижные игры, и веселые спортивные соревнования. Но, несомненно, гвоздем программы были энтузиасты-любители, которые в самых смешных и изобретательных костюмах съезжали на лыжах или сноубордах со склона горы, заканчивающейся небольшим трамплином, и бассейном с холодной водой. Тому, что показали на горнолыжных трассах отдыхающие, наверняка позавидовали бы даже и профессиональные спортсмены. Так в Снежном отмечали проводы зимы. Организаторов и участников встретила плохая погода. Ночью не было мороза, поэтому снег в городке совсем растаял. Он лежал только высоко на склонах гор. Небо было пасмурное, и как назло разразился ливень. К счастью, не было ветра, но о солнце нечего было и мечтать. Старт назначили на 9 утра. Несмотря на дождливую погоду, к началу мероприятия в участники записались 124 добровольца и пришло более тысячи зрителей. Они не разбежались даже тогда, когда на старте ливень усилился. К счастью, водопад, обрушившийся с неба, продолжался недолго. Такое огромное количество позитивно настроенных людей благоприятно повлияло на метеоусловия, и в полдень на короткое время появилось солнце. О том, кто получит приготовленные спонсорами призы, дискутировал жюри, состоящий из пяти человек. Его членов выбрали многочисленные курортники, которые пришли наблюдать за соревнованиями и поучаствовать в праздничном гулянии. Каждый прыжок жюри оценивал по шкале от 1 до 6 баллов, а основными критериями оценки служили техника исполнения трюка и общее впечатление. В финал вышли 8 участников. Главным призом соревнований по прыжкам была возможность стать почетным гостем фестиваля летательных аппаратов, который пройдет в российской столице. Жюри также выбрало победителя в конкурсе костюмов. Того, у кого был самый необычный наряд, наградили годичным абонементом в водный комплекс «Нептун». Среди наград были еще сезонные абонементы на горнолыжный курорт «Снежный» и спортивные снаряды. Это был незабываемый день, который надолго запомнится его участникам. Организаторы уже планируют очередные проводы зимы. Поэтому мы говорим вам, до встречи через год на том же месте и в тот же час. Приезжайте, и вы убедитесь в том, как весело и с можно провести последние дни зимы на курорте «Снежный». Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie szóste. Przeczytaj uważnie polecenie. I zapoznaj się z treścią zadania Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшняя афиша посвящена российским театрам, в которых летом вовсе нет мертвого сезона. Вот что они предлагают зрителям. Первый спектакль. На малой сцене театра имени Владимира Маяковского в Москве можно посмотреть спектакль «Авантюристы» Алана Верне. Это занимательная комедия, представляющая смешные приключения пары немолодых петербургских артистов, которые приехали на гастроли в Париж но по вине целого ряда комических событий им пришлось зарабатывать средства на жизнь не на сцене, а на улицах французской столицы. Под музыку джазовых композиций герои танцуют, поют, показывают цирковые номера. Второй спектакль. Главный герой пьесы «Калека с острова Инишман» — сирота Билли. Он живет с двумя тетушками на ирландском острове Инишман. Билли — заложник своей судьбы, размеренной и однообразной жизни. Он постоянно грезит о лучшем будущем и желает вырваться с острова, где его, калеку, не считают полноценным человеком. И вот судьба преподносит ему непредвиденный подарок, и у него появляется надежда. На соседний остров приехали снимать фильм голливудские режиссеры. И тут-то Билли не теряется, пытаясь не упустить свой шанс. Третий спектакль. На сцене Театра Европы в Санкт-Петербурге премьера «Спектакль «Ворон», поставлен по сказке итальянского писателя XVIII века Карла годце Молодого короля и принцессу связывают глубокое чувство друг к другу, но их отношениям препятствуют события, в которые замешаны брат короля, принц Джинаро, и отец принцессы, волшебник Норандо. Спектакль насыщен музыкой, танцами, множеством трюков и спецэффектов. Внимание привлекают прекрасные костюмы и маски комедии Дель Арта. Четвертый спектакль. Вам еще никогда не приходилось выбираться из ледового плена, лечить простудившегося кита и выбрасывать за борт 200 крокодилов? Нет? Тогда добро пожаловать в театр на спектакль. Увлекательная повесть Андрея Некрасова о капитане Врунгеле и матросах Ломи и Фукси, которые отправились в необыкновенное путешествие на своем корабле, впервые перенесена на театральную сцену Российского молодежного театра. Это веселый и яркий спектакль о фантастическом плавании по морям и океанам. Пятый спектакль. Выпускники Ростовского колледжа искусств представляют спектакль ⁇ Иллюзион ⁇ Герои спектакля ⁇ это шестеро друзей, которые решили открыть цирк, чтобы заработать деньги и славу. Спектакль затрагивает вопросы, волнующие нынешних подростков и молодых людей. Динамичный характер их повседневной жизни не дает им времени на отдых, требует беспрестанно принимать решения и часто делать трудный выбор. Герои спектакля приобретают жизненный опыт но теряют друзей, любимых, мечты, расстаются с иллюзиями. Выслушай тексту до этого задания еще раз. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодняшняя афиша посвящена российским театрам, в которых летом вовсе нет мертвого сезона. Вот что они предлагают зрителям. Первый спектакль. На малой сцене театра имени Владимира Маяковского в Москве можно посмотреть спектакль «Авантюристы» Алана Верне. Это занимательная комедия, представляющая смешные приключения пары немолодых петербургских артистов, которые приехали на гастроли в Париж. Но по вине целого ряда комических событий им пришлось зарабатывать средства на жизнь не на сцене, а на улицах французской столицы. Под музыку джазовых композиций герои танцуют, поют, показывают цирковые номера. Второй спектакль. Главный герой пьесы «Калека с острова Инишман» — сирота Билли. Он живет с двумя тетушками на ирландском острове Инишман. Билли — заложник своей судьбы, размеренной и однообразной жизни. Он постоянно грезит о лучшем будущем и желает вырваться с острова, где его, калеку, не считают полноценным человеком. И вот судьба преподносит ему непредвиденный подарок, и у него появляется надежда. На соседний остров приехали снимать фильм Голливудские режиссеры, и тут-то Билли не теряется, пытаясь не упустить свой шанс. Третий спектакль На сцене Театра Европы в Санкт-Петербурге премьера Спектакль Ворон, поставлен по сказке итальянского писателя 18 века Карла Готзе Молодого короля и принцессу связывают глубокое чувство друг к другу но их отношениям препятствуют события, в которые замешаны брат короля, принц Дженаро, и отец принцессы, волшебник Норандо. Спектакль насыщен музыкой, танцами, множеством трюков и спецэффектов. Внимание привлекают прекрасные костюмы и маски комедии Дель Арте. Четвертый спектакль. Вам еще никогда не приходилось выбираться из ледового плена, лечить простудившегося кита и выбрасывать за борт 200 крокодилов? Нет? Тогда добро пожаловать в театр на спектакль. Увлекательная повесть Андрея Некрасова о капитане Врунгеле и матросах Ломи и Фукси, которые отправились в необыкновенное путешествие на своем корабле, впервые перенесена на театральную сцену Российского молодежного театра. Это веселый и яркий спектакль о фантастическом плавании по морям и океанам. Пятый спектакль. Выпускники Ростовского колледжа искусств представляют спектакль «Иллюзион». Герои спектакля — это шестеро друзей, которые решили открыть цирк, чтобы заработать деньги и славу. Спектакль затрагивает вопросы, волнующие нынешних подростков и молодых людей. Динамичный характер их повседневной жизни не дает им времени на отдых, требует беспрестанно принимать решения и часто делать трудный выбор. Герои спектакля приобретают жизненный опыт, но теряют друзей, любимых, мечты, расстаются с иллюзиями. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął sprawdź czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi, następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.